Интернет-телекомпания BIS TV – это взгляд на актуальные темы и события мира информационной безопасности. В эфире – обзор основных тенденций и деятельности кредитных организаций, платежных систем, разработчиков и интеграторов решений по защите данных. Ключевые черты программ BIS TV – актуальность затрагиваемых проблем, аналитический подход и участие в дискуссии признанных специалистов. Выявляя и анализируя тренды, BIS TV держит зрителей в курсе угроз информационной безопасности, а также методов борьбы с ними. Просветительская функция телеканала направлена на повышение осведомленности широких слоев населения. BIS TV рассказывает о том, как защитить от злоумышленников свои банковские карточки, мобильные устройства, компьютеры, профили в соцсетях. Вместе с изданием BIS Journal «Информационная безопасность банков» BIS TV входит в медиагруппу «Авангард Центр». В эфире телеканала новостные сюжеты на злободневные темы, представительные обзоры значимых мероприятий, эксклюзивные интервью и другие видеоматериалы. В эфире BIS TV выходят специальные проекты: информационно-аналитическое ток-шоу «Пятница 13», обсуждение актуальных проблем информационной безопасности с приглашенными экспертами, информационно-развлекательное ток-шоу «Стопка новостей», обзор новостей мира информационной безопасности и другие программы, направленные на информирование как специалистов, так и широкой публики. BIS TV – это стоит видеть. Смотрите BIS TV, будьте в безопасности.